Во всем мире лошадь по праву считается самым благородным представителем фауны. Нет, пожалуй, ни одного человека, кто бы с этим не согласился. Грация, стать и изящество ездовых почти 20 лет назад стали вдохновением для Александра Забегина. Так начался его путь в мир фотографии. У меня мама ветеринарный врач. И она работала в ВЕВе, то есть Российский научно-исследовательский институт, занималась исследованием крови лошадей. А я был тогда маленький, она меня часто брала с собой на работу, и чтобы меня там хоть как-то занять на работе, чтобы я там не носился по коридорам, как сумасшедший, она мне давала, значит, плашки с кровью, там еще что-то такое, и микроскоп, и типа сиди, короче, изучай. Первое фото лошади Александр сделал в 2003 году. На дешевенькую мыльницу удалось запечатлеть пару кадров, но безусловная любовь случилась чуть позже. Сел в поле, начал разбирать технику, там объективы, ну весь, в общем, в этом процессе, и как-то отключился от внешнего мира, да, так собираюсь, потом поднимаю голову и вижу, как весь этот табун, он пришел и вокруг меня вот так вот как бы столпился там. Кто-то меня уже жевать начинает, кто-то нюхать там, ну и все, в этот момент у меня мое сердце, оно просто отдалось этим созданием прекрасным. С тех пор юношеское увлечение стало делом, которому Александр Забегин охотно посвящал и по-прежнему посвящает все свое время. Первая большая удача была, когда его фотографии отобрали для музея вип-зоны Казанского ипподрома. И они до сих пор украшают это прекрасное сооружение. Это 50 черно-белых фотографий, 1,20 на 1,60 м. Тоже задача была такая, очень быстро нужно было отснять 50 фотографий. Сегодня на счету художника Александра Забегина тысячи уникальных фотографий и более 20 персональных фотовыставок по всему миру. Россия, Франция, Италия, Арабские Эмираты. Работы художника публикуют в книгах, журналах и газетах. Полюбоваться творчеством фотографа-анималиста отныне могут и пассажиры аэропорта Шереметьево. Экспозиция «Ветер в гриве» появилась здесь при поддержке Федерации конного спорта России. Вы знаете, у нас Федерация конного спорта уникальна тем, что это спорт двух сердец. Если два сердца человека, спортсмена и лошади бьются в унисон, обязательно ждет успех. Успех пророчат и новой выставке. Фотографии, появившиеся в аэропорту Шереметьево за пару дней до официального открытия выставки, успели получить колоссальный отклик от пассажиров. Люди восторженно вглядываются в фото и просят, чтобы экспозиция подольше радовала всех посетителей. Нина Липанова, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.